Дмитрий Анатольевич Бага. Очень хороший игрок, конечно же. Очень рано заиграл в БТ. Дима умеет играть на многих позициях, не раз уже доказывал. Забивает очень важные мячи, там, тому же Гомелю и так далее. Вот, хватает у него таких голов. В этом году, вот, например, с моего паса он гол забил с передачи, когда Торпедо Жодина мы обыграли. Тоже важные 3 очка заработали. Если коротко, то универсал очень хороший игрок, очень много помогает команде. Ну вот как-то так. Когда надо, может пошутить вовремя, когда надо там сказать слова какие-то. Дима, да, очень мне помог как-то адаптироваться в команде там, и в игровом плане, и так вообще в общении с ребятами. Хотел бы пожелать тебе, Дим, чтобы ты не останавливался на достигнутом, чтобы каждый год, каждый Новый год у тебя становился намного лучше, чем предыдущий, чтобы ты рос. И еще очень долго играл в футбол, чтобы длительная очень карьера была. Естественно, без травм. Ну и оставайся таким же хорошим парнем, какой ты есть. Чтобы побольше забивал. Ну и чтобы побольше забивал с моих передач. Я желаю ему, чтобы... Может, не надо, да? Нет, подожди, пока еще нет. Давай, я тебе посмеюсь. Так, сейчас. Как? Все, я не знаю.